Эти богатейшие подделки пистолеты были изготовлены в 17-м столетии в оружейной палате Кремля. На стволах в овальных клеймах геральдические изображения. Двуглавый орел, корона, лев, единорог и грифон с державой в лапе. На отдельных деталях замка и на замочных досках помещены стилизованные изображения тюльпанов. Ложи пистолетов изготовлены из красного дерева и сплошь инкрустированы фигурными перламутровыми пластинами с изображениями животных, птиц и чудовищ. Реставрация пистолетов включала в себя работы со сталью и драгоценным металлом, деревом и перламутром. После демонтажа с металла удалены органические загрязнения, патина и продукты коррозии. Укреплены участки золочения на стали. Проведена их консервация. Контуры сложных перламутровых вставок были скопированы путем фотографирования и масштабирования в графическом редакторе. Контуры простых вставок нарисованы от руки. Для восполнения большого количества круглых, разных по размеру вставок применена автоматизированная резка с программным управлением. Гравировка выполнена вручную, резцами из твердосплавной стали, а затем тонирована черной мастикой. На заключительном этапе дерево покрыто натуральным консервирующим составом и произведена сборка всех элементов.